Добрый вечер. Меня зовут Гордейчик Станислав. Я из города Мариногорка. Кто это? Станислав. Мое. А вы из Мариногорки, да? Как там, нормально все? Отлично. Мы вас плохо слышим. Сейчас вы услышите, все хорошо, да? Будет. Я думаю, да. Правда? Все, поехали? Давайте, может, поехали, да. Простите мне разлуки, грешность. Время закрутило, занесло. Пусть хранят ваш дом любовь и нежность. Они из детства моего, детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелов наших хранителей. Помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас. Помолимся. Павлиашвили. Станислав, а кто вам сказал, что вы умеете петь? Мама. Простите. Или вы это сами решили? Просто как-то. Наверное, сам. Вы сам пели решил? Уже в Мариной Горке где-нибудь? Сам решил, да? А вы где-то когда-то пели? Или? Я занимался. Ну, еще в школьные годы. А сколько вам лет, скажите? 19. 19? Дорогие члены, уважаемые жюри, значит, первый раз я это говорю за наш кастинг. Я не уйду со сцены, пока вы не обещаете, что возьмете парня в полуфинал. У нас не так много в Беларуси таких ярких людей. В Мариногорке так вообще он один, наверное, такой. Чтобы мы могли раскидываться. Андрей. Я бы сказал, наконец-то Минская область раскрылась. Нет, Антон, давайте, ребят, давайте шутки в сторону. Просто парню нужно определиться, как он хочет работать. Если он хочет голосом петь, ну, естественно, своим мужским, это одно. А, или он хочет петь фальцетом, как он пел сейчас, это совершенно другое. Ты когда говоришь, вы когда говорите, Станислав, вы даже сами не можете в этот момент, вы говорите, то нормально, то резко переходите вверх. И это очень проблематично. Переходный возраст просто. Фальцетом петь высокие ноты гораздо легче, чем низкие. Вы сейчас вот в нижнем диапазоне просто мимо кассы это все расплескали, как могли. Но я правильно же говорю, правильно? Правильно, да. Правильно. Но вот просто нужно определиться вам. Это вам совет. Но для проекта пока, мне кажется, так. Надо шоу, Станислав, вам нужно было... А тут шоу, значит, нет, я так понимаю, да? Вы, Андрей, когда исполнитель на сцене поет... Ну, может быть, у Станислава есть еще одна песня. Вы периодически оборачиваетесь в зал, смотрите на реакцию людей. Тут Антон, шоу. Когда вы рядом, шоу точно уже есть. Это отлично. Вы спросите, какая вторая песня, и какая будет вам песня? Шоу. На русском языке «Куполинка». Ого! Станислав, я хочу сказать, что вам надо обратиться к фониатору. Это не обидное да, слово, кстати, Станислав. Я говорю абсолютно серьезно. У вас речь, и разговорная речь страдает, и певческий голос страдает. Это, видимо, какая-то большая проблема. Может быть, у вас там невероятной красоты голос, просто он где-то спрятался, но вам нужно обратиться к врачу по голосу, который называется фониатор. В Минске есть такой врач. Я вам серьезно рекомендую. И, может быть, потом у вас и карьера пойдет, и будет не секретом, где же вы все-таки работаете. Где же ваш голос, да? И на самом деле, ну, выходить в таком виде, как вы к нам вышли, это просто несерьезно. Не, вид как раз нормальный. Нет, вид хороший, но вот... И волосы кучерявые. Да, и волосы кучерявые, но песню подобрали, конечно, душевную, душещипательную. Наверное, рассчитывали, что песня поможет вам, но, к сожалению, не помогла.
А на что вы рассчитывали? Думали, что вам поможет? Действительно, песня ли? Станислав надеялся, если не возьмете в полуфинал, может, ему денег одолжит. Хоть что-то. Станислав ответил на этот вопрос. Станиславу тяжело отвечать. У него песня только, музыка льется. Станислав. Ну, наверное, песня. Кому еще нам надо обратиться? Кроме фигуратора. А рэп вы не читаете? Нет, жаль. Да нет, где же там рэп-то? Даже, не знаю, хочется что-то зацепиться. Не можем зацепиться ни за что. Но... Может быть, попросить спеть песню Джеймса Бланта «You're Beautiful». Мне кажется, что очень вот будет в кассу. Знаете это? «You're beautiful». Повторяйте за мной. «You're beautiful». Просто говорите слово «You're beautiful». Ой. Когда ты мне Станислав сказал, мне же как-то дрожь пробежала. Станислав, у вас есть девушка? Нет. Пока что нет. Пока что нет, но вы думаете об этом, да? Ну, это одна из причин, зачем Станислав пришел Станислав, на кастинг. Станислав, найдете девушку, приходите к нам в следующий раз. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Вообще... Я что-то чувствую, не к фониатору он пошел, по-моему. Мне кажется, Саша нам правильно сказал, нужно определиться просто.